В Солигорске на базе Центра творчества детей и молодежи прошел большой районный праздник интеллектуальных игр. В ходе его состоялось награждение команд победителей и призеров районного чемпионата «Что, где, когда» сезона 2017-2018 годов. А также прошел 4-й фестиваль интеллектуальных игр «Голубь надежды-2018». В нем приняли участие школьники старших возрастов, всего 17 команд. Для ребят это хорошая возможность посостязаться в интеллектуальных способностях, используя провести время. Фестиваль состоял из 4 игр, в ходе которых участники отвечали на вопросы, демонстрировали скорость мышления и удивляли широтой кругозора. По итогам всех заданий самой интеллектуальной признана команда New Total, гимназия номер 1. Ее участники получили главный приз, переходящую статуэтку «Хрустальный голубь надежды». Хотелось бы отметить, что на самом деле интеллектуальные игры – это что ли то подспорье, когда ребята занимаются ими, развивают кругозор, развивают свою логику, ну и просто замечательное времяпрепровождение.